Ну что, друзья мои, наверное, верхняя точка сегодняшнего нашего небольшого путешествия — Северный Кавказ, близ Архыза. Прекрасная смотровая площадка, можно наслаждаться видами. Красоту. И вам тоже рекомендую. Лошадки встретились нам, черные породы. Почти на самую вершину мы прибыли. Здесь обсерватория. 1989 метров. Почти 2000. Что-то нам все открыто, да? А здесь камера стоит. Следит. Ровно 2000 метров. Вот, хорошо. Это уже высота. Я уже не пошел в телескоп. И вот здесь расположен телескоп. 2004 метра. Значительно холоднее здесь. Комплекс. Несколько зданий научных. И вот луна. Уже вышло. Хоть чтоб за ней понаблюдали. У меня батареи здесь помогают в работе. Это, оказывается, огромный кран. Двигается он по этим рельсам. Ну, судя по всему, здесь посещать можно. Никто нас не останавливает. Вообще никого нет. Рекомендую вам сюда ехать.